целью является обучение детей катанию, всем техническим элементам. В школах мало внимания этому уделяется, а мы в этом лагере стараемся на все это обратить внимание, закрепить, подсказать. С каждым индивидуально, можно сказать, занимается тренер и все свои навыки, умения передает ребенку. Ребята занимаются взрослые хоккеисты, то есть КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Есть старшая группа, начиная с 9 лет. Есть группа среднего возраста, у них 5 лет, 9 лет. И совсем молодые ребята, которые только-только встали на коньки первый год, 2014-2013 год рождения. Смена у нас длилась 6 дней. За эти 6 дней мы постарались отработать разные элементы. Катание, дриблинг, внешнее, внутреннее ребро. Мы тренировались более старшими пацанами, и в принципе вот пришла такая идея проводить это еще совместно для детей. Конечно, я думаю, им приятно. Мне раньше было приятно, когда со мной выходили, катались игроки, которые играют на высоком уровне. Полноценную смену провел, очень доволен. Некоторые элементы, что показывал Арсений, я не делал никогда даже. Современные дети делают это лучше нас, даже взрослых, потому что они это делают с самого детства. Работа над катанием, получается, работа шайбы, работа рук. И этот лагерь, он нам дает небольшой толчок к сборам. У Арсения Игоревича знаем, как он ведет себя с детками. Дети в восторге, завороженные, ходят на тренировку, все нравится. Подход к детям у него особенный, что ли. Каждому объяснит, каждому все расскажет. Эмоций очень много и у ребенка, и у нас. Мы очень довольны. Это наш любимый тренер, потому что мы знаем, что с ним можно результаты достичь. И ребятам он очень нравится. Хорошо ставит катание. Отличный тренер, хорошо ставит в первую очередь катание. У него занимались, в принципе, у него и начинали, да, то есть наши вот первые шаги. Я считаю, что ему можно и нужно доверять вот как раз воспитание, хоккейное воспитание вот таких вот малышей. Ребенок счастлив, мы счастливы, что еще нужно? Самое главное, конечно, родители должны видеть, что тренер горит, у него горят глаза и все отдает ребенку. Когда тренер превращается сам в ребенка и сам начинает с ними играть, там кубики, шарики, музыку мы включаем. И, соответственно, ребенок это видит, что это здорово, это круто. Очень дружные ребята, тренера помогают. Если мы что-то делаем неправильно, они обязательно подскажут. Тренера очень добрые, хорошие. Где-то подскажут, где-то похвалят. Мне нравится упражнение, например, как тормозить внешним ребром, внутренним. По наступанию прыгать. Играть в вышибалу. Бросать. Кататься быстро. Мне нравится с бросками там и перевороты на одной ноге. Больше всего нравятся эстафеты. We'll be right back.
Спасибо большое ребятам из КХЛ. Они дают хороший пример детям. Большую роль, конечно, играют, что они в этом лагере себя готовят к сезону. И, соответственно, дети видят своих кумиров, стараются подражать, берут автографы. То есть это очень важно, чтобы ребенок видел, к чему стремиться, каких высот можно достичь. Все, всем спасибо большое. Давайте фотографируем.